8 марта 84. Как вы видите, здесь скопились пожарные, эвакуированы студенты горного общежития, которое здесь находится. Из того, что известно, возгорание площадью 10 квадратных метров на первом или на втором этаже. Сюда стянуты, как видите, бойцы МЧС. В данный момент, насколько известно, ведется разведка. Собственно, сам пожар уже потушили. Вот. Что загорелось, пока не ясно. Попробуем об этом узнать, собственно, у студентов. Ребят, здрасте. Европейско-азиатские новости. А что горело-то, известно? Какие новости? Европейско-азиатские, ну, журналисты. Мы сами не в курсе. Вас когда выгнали? Нас выгнали, ну, мы сами выбежали, нас никто не выгнал. А почему выбежали? Ну, потому что сирена заиграла. А дым был? Нет, не было дыма. То есть непонятно вообще, да? Ни дыма, ничего. А вы на каком этаже живете? Мы на втором. А, говорят, у вас было, нет возгорания? У нас? Да нет, вроде, не знаю. Нет, да. А что здесь на первом этаже находится? На первом этаже живут иностранцы. С ремонтом совсем. Там сдаются, что ли, квартиры? Нет, они не сдаются, они там живут. Ну как, общага, мы же все платим за общагу. А, и там просто общага для иностранцев. Да, там общага для иностранцев. Она отделана, все. Ну, условно. А для нас ничего не отделано, сразу сказать напрямую. Сделают так все. Ясно, спасибо. Да.